Гэтыя рабяты ўжо сталі лепшымі на абласным этапе. Зараз яны ўдзельнікі фіналу, і перад імі няпростая задача – правесці прэзентацыю сваёй працы перад рэспубліканскім журы. Школьнікі, навучэнцы і студэнты вельмі хваляваліся, але гэта не стала перашкодай, каб прадставіць вынікі шматмесячнай навуковай працы на высокім узроўні. Іліза з парэцкай школы над сваім дакладам працавала 2 гады. Навуковая праца атрымалася глыбокай, з цікавымі практычнымі прапановамі для лясной гаспадаркі краіны. Мой проект называется «Морфометрическая и фитохимическая изменчивость березы бородавчатой на градиенте антропогенной нагрузки». Да, название, конечно, сложное, но тема действительно интересная, потому что она связана с местом моего проживания, конкретно с антропогенной нагрузкой. И в последние годы она стала сильно возрастать. Поэтому я заинтересовалась этой темой и решила, что надо что-то решать. У нас есть конкретные классные результаты, которым мы готовы реально поделиться. Мы измеряли содержание хлорофилла, и мы выявили то, что он стал стабилен. То есть он, конечно, чуть-чуть ниже нормы, но это не критично по сравнению с 2020 годом. То есть у нас есть видимое улучшение. Кацярына Сапоцкіна выбрала тэму для сваёй навуковай працы, звязаную з жамчужынай гродзеншчынай Агустоўскім каналам. Даследчыя пошукі доўжыліся год і далі добрыя вынікі. Дзяўчына трапіла ў фінал рэспубліканскага конкурсу. Моя работа – рекреационная нагрузка на фитоциноз лесных массивов в окрестностях Августовского канала. Я ее выбрала, потому что Августовский канал – это место для отдыха, на котором происходит очень большое воздействие людей на всю округу. Очень много кострищ, люди очень сильно засоряют природу и тем самым уничтожаем место для отдыха. И для того, чтобы сохранить, скажем так, красоту нашего Августовского канала, я занялась этой темой и хочу, чтобы данная тема расширялась и далее. Прапановы, новыя рашэнні, практычны прымяненне, глыбіня раскрыцця тэмы. Па такіх крытэрыях ацэньваліся работы фіналістаў. Немалаважную ролю мела творчае рашэнне і арыгінальнасць выканання, майстэрства, правядзенне прэзентацій і адказы на пытанні строгага журы. З усім гэтым рабяты справіліся на 10 з плюсам, таму ў суддзяў была нялёгкая задача абраць лепшых. Лучших из лучших всегда выбирать тяжело. Критерии оценки разные, работы абсолютно разные. Кто-то из Гомельской области предлагает на месте отходов, скажем, обустроить и засадить травой, чтобы в дальнейшем там мог прорастать лес. Кто-то оценивает возраст деревьев, и кто-то оценивает разными интересными способами деревья в насаждениях, которые жизнеспособны, которые не жизнеспособны. Действительно, очень разные работы, оценивать действительно сложно. Як адзначылі прадстаўнікі Міністэрства лясной гаспадаркі, ініцыятары праекта, конкурс «Квітней мой лес» праводзіцца больш за 10 гадоў і карыстаецца папулярнасцю. Аб гэтым сведчыць колькасць дасылаемых штогод работ. Галоўная яго ідэя – папулярызацыя прафесій, падтрымка школьных лясніцтваў, іх даследчай дзейнасці. Акрамя таго, конкурс нацэлены на прыцягненне увагі моладзі да праблем захавання прыродных рэсурсаў Беларусі і фарміраванні беражлівых адносін да зялёнага багацця і яго жыхароў. В республике более 300 школьных лесничеств и школьных классов, где мы, по сути, занимаемся профориентацией. Это работа с молодежью на местах. Сегодня в нашей отрасли трудится 40 тысяч человек. И мы начинаем работы с нашими будущими специалистами еще со школы, для того, чтобы определять лучших, чтобы они шли учиться в наши профильные вузы и дальше выбирали профессию именно в отрасли Министерства лесного хозяйства. Па выніках рэспубліканскага фіналу ў намінацыі «Устойлівае лесакіраванне» першае месца заняў прадстаўнік Гомельскай вобласці, ў намінацыі «Экалогія лясных раслін» – Магілёўскай, «Экалогія лясных жывёл» – Мінскай. У фіналістаў з Гродзеншчыны другое месца ў 2 намінацыях. Акрамя падарункаў і віншаванняў, пераможцы атрымалі запрашэнне прадставіць Беларусь на аналагічным міжнародным юніёрскім лясным конкурсе, які пройдзе ўжо ў верасні. Адзначым, што летась прадстаўнік нашай краіны на ім заняў першае месца.